В преддверии Дня дошкольного работника и Дня учителя профсоюзный комитет работников образования организовал концерт для своих активистов. В этом году областной правком работников образования отметил столетие со дня основания. Сегодня в нем состоит 120 тысяч человек. Магнитогорское подразделение правкома основано в 1930 году. Ныне в него входят 212 образовательных учреждений. А членами профсоюза считают себя свыше 9,5 тысяч работников. Городская организация Магнитогорская. Я считаю, что она величайшая звезда в нашем профсоюзе. Буквально несколько примеров. 92% охват членами профсоюза. Значит, людям комфортно в профсоюзе, значит, они видят в нем защиту, главную функцию, и они имеют возможность в профсоюзе себя реализовать. В рамках праздника состоялось награждение лучших профсоюзных работников почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия. А также были подведены итоги первого городского конкурса «Лучший младший воспитатель детского сада». В нем приняли участие 42 женщины, которых родители привыкли называть нянечками. Победительницей стала Елена Зубова из детского сада номер 97. Ее стаж работы на должности младшего воспитателя почти 20 лет. Мы все простые, обыкновенные женщины, которые просто любят детей и стараются сделать, чтобы их пребывание в детском саду было комфортным и радостным, чтобы они шли к нам с радостью, с любовью. Дипломанты и победители конкурса «Лучший младший воспитатель» были удостоены грамот и денежных премий.